Анонс и дата выхода 8 серии турецкого сериала «Ребенок». 8 серия турецкого сериала «Ребенок» выйдет на турецком телевидении 5 ноября. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, как жизнь Хасана сильно изменилась после того, как он узнал правду о отношении Эфе. Амине сообщает новость Али Кемалю, которая его приводит в шоковое состояние. Али прячет Акчу на своей ферме, так как женщина не хотела, чтобы до нее добрался Хасан. Амине не хочет допустить того, чтобы Акче ушла вместе с Эфе. Асие и Шуле начинают испытывать кризис в отношениях, так как каждого из них начинает переполнять злость. Они собираются обо всем рассказать Али Кемалю, и пара даже не догадывалась, с чем совсем скоро им предстоит столкнуться. Шуле понимает, что совершила ужасный поступок, и по этой причине ей, скорее всего, придется отдать Эфе. Она готова сделать все для того, чтобы заменить родную мать Эфе, и таким образом надеется предоставить своему любимому супругу спокойствие. Когда Шуле и Али Кемаль вернулись в особняк, то Эфе сразу же сбежал к Акче. Когда Али находился вместе со своей супругой и братом, то он сообщил о том, что его жена и брат состоят в некой связи, и это заявление шокирует Шуле, поэтому она дает пощечину своему мужу. В этот же момент мать Али сообщает ему о том, что у него есть еще один брат, а Эфе на самом деле приходится для них племянником. Только Али успел настолько сильно привязаться к мальчику, что принимает его за родного сына. Хасан должен принять все происходящее и решить, как он будет относиться дальше к своим братьям и матери, которые так внезапно появились в его жизни. Напомним, 8 серия сериала «Ребенок» выйдет в эфир 5 ноября. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки!